Так, всем привет! Сегодня мне пришел телефончик Покафон. Заказывал я его на Тимоле, как сейчас модно говорить. Не знаю, почему Тимол, но все называют его Тимолом. Так, вот он упакован как. Довольно странно, первый раз так вижу, чтоб с Китая так упаковывали, даже с Тимола. Сейчас мы его распакуем. Так, вот. Я не профессиональный техноблогер, поэтому видосик немного колхозный, так сказать. Одной рукой снимаю, одной записываю. Тьфу, блядь, что я сказал, одной рукой снимаю, другой записываю. Одной, блядь, как его распаковать? Одной, короче, записываю, другой распаковываю. Поэтому, как вы знаете, у меня игровые в основном видео. Никогда не снимал такие видео. Точнее, снимал. Но это второе такое видео всего лишь. Да ёпта твою мать, хуй распакуешь. Сейчас еще раз. Ёбаный насос. Твою мать за ногу, ёб твою мать. Блин, как его, сука. Как это говно запаковано, блядь? Блядь, я не понимаю, как оно запаковано. Давайте еще тут разрежем. Вот, разрезали тут. Тут разрезали. Давайте еще раз попробуем. Ёб твою мать. Так, как же его, блядь. Ёб твою мать, неужели вот тут разрезать сверху? Сраный Тимол. Я на Тимоле только Xbox заказывал и вот телефончик. Телефончик. Больше я на Тимоле как-то особо ничего не заказывал. Поэтому хз, как они упаковывают. Это очень интересно, как они упаковывают. Вот оно. Мой телефончик. Ух ты, какая стильная коробочка. Вы гляньте, какая стильная коробочка. Покафон F1. Нет, это так не работает. Тут еще вон пломбы. Ну прям вообще, прям как аккуратненько разрезаем. Вот. Тут, кстати, написано, что это глобальная версия. О, я сейчас кончу. О, да, детка. Я аж потек. Я бы вам показал, как я теку, но я думаю, вы так поймете. Ух ты, ёб твою мать. Выпал. Вот он. Ух ты, какой. Тоненький. Ну, знаете, он такой весомый. Он сейчас холодный, по ощущению, как будто он железный весь. Ну, вообще, он такой тоненький, кругленький. Блин, мне нравится. Он такой весомый, то есть я чувствую, что это телефон. Вот это мне нравится. Так, давайте. Коробочки-то больше нет. Давайте его сравним с моим Z9 Nubia. Ну, в принципе, он не особо-то и тоньше. Но мне почему-то кажется, что он тоньше. Но он гораздо весомее, чем вот тут этот. Этот легкий, прям как будто я не знаю. А этот такой весистый, весомый. Он только что мне пришел, холодный. И у меня такое ощущение, что он железный. Давайте его включим. Видимо, он севший. Нет, включился. Пока он включается, давайте посмотрим, что тут у нас в комплекте. Я, конечно, техноблогером не стану, но все равно хочу поделиться с вами своей радостью, так сказать. Здесь у нас Type-C. Type-C, да, Type-C. Зарядка. Думаю, я подробно не буду рассказывать, насколько она, что она. Я думаю, вы уже раз 20 это посмотрели. Что это такое, макулатура? Чехольчика мне не положили, мудозвоны. Так. Тут какая-то макулатура.
Оно так упаковано, что... Блять, я заебался уже вытаскивать. Вот, чехольчик есть, слава богу, временно. Временно пойдет. Я себе закажу нормальный чехольчик, конечно. Больше здесь нихера нету. Так, чехольчик, скрепочка, как ее достать-то? Блять. А, она засунута сюда. Вот, мать вашу, за ногу. Да ёб твою мать. Ёбаный кот, насос. Чтоб тебя, блядь, током убило. Мудак, нахуя ты вот так сделал, сука? Хуй достанешь. Ёб твою мать. Да ёбаный насос. Блядь, я эту скрепку достать не могу. Это чё, цельная, что ли, коробка? Почему она, вот этот пластик, он не достается? Либо его засунули так хорошо, либо он не достается. Вы гляньте, как тут скрепка захерячена. Блять, я ее достать не могу. Блять, достал. Даже скрепка такая, знаете, какая-то толстая такая, блять. Хоть в жопу суй. В общем, вот, все. Тут чехольчик силиконовый. Макулатура. Давайте посмотрим, на каких она языках. Что-то не фокусируется нихера, давай. Короче, вам так скажу, это гарантия идет. Она на русском, естественно. И вот идет сама макулатура. Тоже, кстати, вся на русском. Полностью на русском. Никакой китайщины. Все, окей. Давайте включим мой телефончик. Это что за говно? Это у нас приветствует Xiaomi. Какой-то звоночек. Вот это вот, кстати, дичь меня бесит. Вот это вот монобровь сраный. Ну, деваться некуда. Я хотел себе Snapdragon 845. То есть я хочу на нем играть. Поэтому мне деваться некуда было. Как бы выбора больше нету. Либо какой-нибудь нереальный флагман дорогой. Либо вот, вот эта сраная монобровь. Я думаю, как-нибудь переживу эту монобровь. Давайте эту хрень отдерем. Оно все прикрывает экспортную пленочку. Так, а что, нету нигде этого? Как ее драть-то? Язычка нигде нету, ёпта мать, за ногу. А, вот он, язычок нашел. Блять, его попробую еще поддеть. Такое ощущение, что я купил какой-то советский телефон, где он... Хер что ему сделаешь, хер что дерешь, хер его распакуешь. А знаете, прям как, ох ты, блядь, какой здесь экранчик. Прям, гляньте, как блестит, прям как новый. Ну, он, конечно, есть новый, если что. Давайте его включим. Камера у меня хуёвенькая, ни хера не фокусируется. Тут, тут у нас русский, погнали. Россия, все окей. Жмем далее. Почему-то у меня телефон совсем не фокусируется. Ой, телефон, камера. Ладно, я думаю, вы уже 100 раз видели этот Покафон, что он из себя представляет. Вы гляньте, тут даже эта камера заклеена. Что он из себя представляет. Я просто снял распаковку, потому что как-то у меня на канале все одно и то же. То есть все про пиратские игры и никакого разнообразия. Вот, так сказать, для разнообразия я снял распаковку. Телефон буквально только что пришел. Все, всем пока и всем спасибо.